Мой дед сражался в гражданской войне. Перед моим отъездом он рассказал мне, чего стоит остаться в живых. Но к тому, что я увидел, меня ничто не могло подготовить. Новые военные машины, те же танки, могли в одночасье поменять исход битвы. К счастью, они в основном были на нашей стороне. В основном. Сэр? Таунсон, пойдем, все веселье пропустишь. Свежая партия носков нужна! Да! Джимми! Огонь! Я смотрел твои документы. Обо мне не волнуйтесь, сэр. Я готов послужить королю и отечеству. Ага. Сынок, сможешь включать переднюю и заднюю? Мне этого достаточно. Вот эти возьми. Пойдем, встретишься с Большой Бесс. Женщина твоей мечты. Я нам нового мехвода нашел. О, черт! Нет, не ругайся. Она не любит, когда ругается. Финч, Эдвардс. Ты раньше этого не делал? Чего не делал? Не отвлекайся, Макманус. Слушай, ты не волнуйся, она за тобой присмотрит. Так, парни, дело важное. Нам приказано пробиться через немецкие рубежи. Уничтожай артиллерийские позиции по пути. Финч. Есть, сэр. После этого мы выдвигаемся во французский город Камбре, где, как меня заверили, есть вино, женщины и песни. Так что вам понравится. Макманусу вряд ли. Господи, мы в надежных руках или нет, а? Макманус, парни, запомните, делаем свою работу. Вы берегите друг друга. А Большая Бесс убережет вас. Да сжалится Господь над нашими душами. Все вместе мы проберемся, да, Эдвардс? Конечно. Тогда полный вперед! Птица перья меняет. Линяет, Макманус. Птицы линяют. Я бы все перья повыдергал у этой. Полегче. Этот голубь может тебе жизнь спасти. Он наш единственный способ связи. У тебя все нормально, Эдвард? Да. Начинаю уже разбираться. А чем ты дома занимался? Водил. Машину. Лично. Стоять!
Доехали! Пехота идет по первому! Потом идем мы! Боже праведный, ты видел что-нибудь подобное? К сожалению, видел. Слушайте, мы собираемся уничтожить... орудие у мельницы! Yeah!
Мы победили, парни! Еще не конец! Мы едем в развалины! Расчищаем путь пехоте! Уничтожь орудийный расчет! Батарея орудия!
готова к выезду? Готова? Рычи как лев прямо! Спасибо, Билл!
артиллерия! Сейчас мы их всех срубим! Получилось! Сэр!
Почтовый голубь! Приказы! Приказы! С поля боя, сэр! От Таунсенда! Огневая задача! 3, 1, 4, 2, 3! Началось, парни! Рад был с вами служить! Повезло, Таунсенд. Неужели? У нас тут только приказы наугад, да слепая удача. Ну и с чего мы начнем, как думаете? Хватит дерзить, Макманус. Слушай, сэр. Эдвард, заводи. Не надо, не надо, не надо, ну уже, Бет. Ну перестань, Бет, перестань, ну, перестань, Бет, ну. Перестала. Так и будешь стоять! Дальше 20 ярдов не видно. Идем на прорыв. Эдвардс, я поведу. Ты выходи и разведай, что дальше. Не геройствуй, парень. Делай дело и все. Не будем на тот свет торопиться, а, Эдвардс? Если попадешь в беду, мы будем за тобой. Подождем здесь. Знаешь, что делать, Эдвардс?
Ein Risiko ein. Fordert Hilfe an, wenn ihr ihn seht. Где парень? Магия, мехвод! Чистая магия! Сразу бы и не догадался, что тут война идет, правда? Давай назад! Я через проволоку проеду! Ни черта тут не видно! Эдвардс, выходи вперед и проведи нас! Слишком далеко не уходи!
Meine Füße bringen mich um. Скажу, Эдвардс, я рад, что ты за нас. Осторожно, парень, мы разберемся. Ни черта тут не видно. Эдвардс, выходи вперед и проведи нас. Слишком далеко не уходи. Rede mit einem, den dein Geschwätz interessiert. Ich kann's nämlich nicht mehr hören. Irgendwo. Meine Kameraden sind gleich hier. Komm raus und ergib dich! Oh. Ja.
gesehen. Sofort stehen bleiben! Присматривай за нами! Бес сильно досталась! Чуть ее не потеряли! Судя по карте, мы скоро должны выбраться из этих чертовых лесов. На мосту, немцы! Устроим им! Эдвард, шевелись! Судя по всему, готовы встретить Бес. Мы отвлечем их огонь, а ты зайдешь к ним с тыла.
Hold it!
Стали хватит. Эдвард, залезай, поехали. Уходим отсюда. Хватит с нас такой радости. Залезай и поехали. Залезай и поехали, сынок. Пора нам отсюда убираться. Молодцы, ребята! Бриджи, Бинчи вами погордились. Уводим отсюда, Бэт! Что? Сэр, ей нужны новые свечи. Посмотри, посмотри, где другие деревни. Ты видишь, сынок? Ты деревни видишь? Да, вижу. А как там наши танки? Наши танки ты видишь? Эдвардс. Да. Но они уже не наши. Видимо, то, что нужно Бесс, как раз в той деревне. Ладно. Пошли, Эдвардс. Пошли. Удачи. Пойди сюда. Танк уже не поедет, а он к утру умрет. Нам крышка. И что, ты хочешь задание бросить, да? Ты не понял? Финч, Причард, мы все изначально просто мясо. Ну, раз ты так хочешь, Макманус, иди. Ты со мной так не говори, понял? Не на стольких заданиях был, тебе не снилось, мальчик. Ну и вали тогда. Вот тебе и прорвемся вместе. Давай, ищи запчасти. Танк должен ехать. И не умри.
Отлично. Одна есть, осталось три. Дело сделано.
Come on, Toilet!
И еще одну. Это все. Возвращаемся к Бэс. Я там заблудился. Здесь верного пути нет. Ну так ищи. Ты мехвод. Молодцы, ребята. Да. Мы молодцы, правда? Все, сэр, это последний. Хорошо, тогда выезжаем. Я все делал правильно. Все! Всю свою чертову жизнь! Всю свою жизнь я жил по инструкции! По инструкции! Ты что творишь? Глупая, тупая, чертова машина! Ну давай! Давай, Бэс! Соберись же, ну давай, вместе! А, твою мать! Я думал, ты любишь воевать, скотина! Как ты ругаешься?
Не забывай про деревню! Так, ребята, держитесь! Вперед! Левый план! Захваченные танки идут в деревню! Готовы, парни! Мы теперь в тылу у фрицев! Неизвестно, что там... Радостная мысль! Парни, мы уже долго продержались. Давайте и дальше так же. Старушка Бесс нас вон куда довела. И дальше доведет, если мы ей поможем. Черда!
Остановить танк! Рельсы! На другой стороне холма депо. Мы ищем главную дорогу, идущую мимо него. На месте встречи. Ну и каков план? Инициатива на нашей стороне. Ударим здесь, сильно и внезапно. И можем изменить. Хорошо. За работу, черт возьми. Не останавливайся. Не давай им опомниться. Только бы не поняли, что мы тут одни. Едем!
Держись, старушка! Давайте рванем в камбре прямо по главной дороге. Они именно оттуда и пойдут. Эдвардс, найди нам позицию, чтобы мы могли их атаковать, когда они прибудут. Значит, окопаемся тут и деремся. Пусть Бэс сделает то, что лучше всего умеет! И что? Это все? Бог мой! Асимве! Бей на поражение, Макману! Хорошее попадание! Прицел!
сэр? Эдвардс, поезжай! Ну нет, не думайте, что можете сейчас умереть! Я в порядке, парни! Что делать будем, Мехвод? Пойдем пешком.